привет! Сегодня за 40 секунд расскажу, как легко и просто нарезать репчатый лук. Режем луковицу пополам и отрезаем у нее хвостик. Затем снимаем кожуру. Прорезаем луковицу вдоль, не затрагивая донца. Повторяем манипуляцию в плоскости доски. Теперь можно резать лук поперек. Донца, удерживая части луковицы вместе, резать ее легко и комфортно. Готовьте с удовольствием!